домашнее одежда. Камила ж без Вики не ходит гулять. Смотри, нам вот вязали, мы вот выбрали теплую, нам зрительница, вот смотри, какую связала красивую, тепленькую, да? Да. Вот еще есть кофточки. Давай посмотрим. Свитерочки. Смотри, Камила, тут есть вот для ушек она сделала, если холодно стало, можно вот так сделать ушки сюда. Еще для хвостика надо дырочка. Для чего? Это вообще... Ну, это комбизик. Это о, какая ты красотка. Так, все, Микки нарядили. Надо теперь вот это ж сверху. И сразу вся красота закроется сейчас поводком. Вот тут надо дырочки, чтобы были тоже. Я бы под низ одела шлеечку, а тут крючком только пристегну. А так придется через верх. Камила, иди ко мне. Что ты застегиваешь? Нет, я хотела отстегнуть. Я отстегнуть? Только... Я только так люблю ходить. Как ты любишь ходить? Вот так. Ой, а мне тут туго. Что мне делать? Растянуть, да? Опустить. Надо снимешь это. Кого, кого? Ой, вот это можешь постегнуть? Сама? Да. Надо чуть-чуть тоже попустить. Или это на всю? Ой, что-то ничего не пойму. Мне надо попустить. О, вот так, чтобы свободненько было. Да? Да. Вот, чтобы я не давила ничего. Нормально? Смотри, какая у нас девочка красотка. Видишь платье? Она идет на прогулку. Красивые связали ей кофточку. Да, смотри, давай ее погладим так. Давай. Микки. Повинулась. Ой, детки вы мои конфетки. Так, Камил, складывай Микину одежду. А Микки трусики. Трусики? Нет, трусики и не надо. Потом, когда... Вот еще шапочка, видишь, зрительница нам вязала. Это когда будет холодно. Одна у меня есть, я покупала, только что-то я ее не вижу. А, вот. А, нет, вот эту нам зрительница связала. Эту я покупала. А там платье. Я искала платье. Такая жара была. И Микки ни разу не продефилировала. Давай. Не, это уже холодно, зайка. На следующий год летом. Да. На следующий год будем одевать. Хорошо? Да. Да. Когда у нее будет рождение, мы вот такое платье оденем. Договорились. И трусики. Да трусики, то я в другие дни одеваю. Это одеваю и зайка. Какие? Ну, есть такие. Одежда для чего это? Это тоже можно одевать, да, когда прохладно. Ты же когда холодно одеваешь кофточку, да? Да, Микки. И Микки надо одевать. Не, шапку мы не будем одевать. Кто-то там спрашивал, Микки трусики, девочки, когда-то есть? Двое трусиков, чтобы ничего не вымазывало. Ну, вот эти как-то не очень удобно, они у нас спадали всегда. Вот эти вот, как комбинезончиком, они держатся, она их не снимает. У меня даже тут прокладочки наклеены, чтобы сразу раз, раз, все подготовлено. Так, все, давай шапочку. Мы сеем, когда будет холодно, сеем, дальше вот это сеем еще. Возьмем. Возьмем. Да, возьмем. И вот это. Да, будем менять, да? Да. Будь здорова. Софи, положи вот тут, где Микины пеленки этот. Это зимний комбинезон. Это когда снег, да, мы и будем одевать такой. Вот удобно, когда, если кто собачек покупает, девочки, маленькие, одежду покупаете, обращайте всегда внимание, чтобы сверху на комбинезончике был вот такой вот крючочек, чтобы сюда пристегивать ну, поводочек. Вот, например, на вот этом комбезе. Вот, смотрите, комбинезон. Это я первый раз покупала. А ну, Камилочка, вот сюда-то иди, зайка.
Да. Видите, здесь нет. И мне приходится шлейку надевать поверх комбинезона. Это не очень удобно. Здесь удобно. Отстегнул, и собачка так, ну, и красивее, и удобно. И бежит. И бежит. Поняли? Все, ладно, Камилочка, все, идем. Еще есть жилетка вот эта. Она сидит на антенне. А давай я оденем посе. Смотри, еще жилетка. Но я тогда говорила, она как-то... Коротковатая. Оденем кроксы ей. Кроксы? Да. Это надо найти, где те сапоги, я не помню. Давай ей оденем. София, надень ее. Сидит. Оделась, сидит. Такая послушная девчонка. Мама, она меня сейчас светит своими сапогами. Обувайтесь. Она сказала, Мите сапоги найти. Не, я не знаю, где они, зайка. Мы потом найдем. Ну, она не может в них ходить, они большие на нее, они спадают с нее. О, это моя нужна майку. Майку? Майк, я представляю, Майк в сапогах. Да он их поскидывает и сгрызет все. Ты что? Нет. Это Майк привык, он живет на улице, он этот, у вас такой закаленный. А давай Мите оденем сапожки. Зай, я даже не знаю, где они есть, эти сапожки. Я вот искала, собралась, искала себе футболку, у меня такая есть в обтяжку. Ну, такая она, это, и вот такой рукавчик. Хотела под эту белую накинуть. Иди, бабушка тебя застегнет. Нет, я так люблю ходить. Я знаю, что ты так любишь, но мама сказала шапочку застегнуть. Ты ко мне приехала, ты была застегнута. Ники уже говорит, Камил, пошли быстрее, застегивай пуговицы. Иди сюда, бабушка быстро застегнет. Подходи ко мне. Пока соберемся, девочки, уже 2:30. Камилочка, давай быстрее. А то София хочет с нами пройтись на улицу чуть, подышать свежим воздухом. А потом мы не ее еще... Мам, давайте шевелитесь, а он скоро. Давай. Камила у нас ответственная за Мики. Камилуська? Хорошо в этой кофточке, очень даже тепло. София, ну капюшон мне там разложи. Красиво надо. Девочки, не ссорьтесь. Так, купили маршмеллоу. Кого? Маршмеллоу. Все, бери. Купили карандаши. Мы ж тут раз были с ней в Авроре. Она взяла вот эти в упаковке карандашики. Я говорю, Камила, это не цветные. Я думала, это разноцветные. Это обычные простые. Мы их выложили. Пришли домой. Она говорит, а где мои карандашики? Я говорю, это простой карандаш. Она говорит, а я люблю серенький. Да? И вот мы пришли. И сегодня снова пошли за карандашиками серенькими. Да? Но она молодец, она сказала, маршмеллоу, карандашики и сок мне купи, и все. Я говорю, больше ничего не будем набирать. Она согласилась, взяла тележечку и купила только то, что надо, да? Молодец, рисуй, вкусный маршмеллоу, да? Так, а мы зашли в магазин, я купила молока, да. Печенька купила, вот такой вот пальчики такие. Рогалечки. Потом бисквитики творожные взяла, свежие. А она мне, знаешь, что достает коробку продавец, женщина. Не, ну нормально. И там в пакете лежит 3 бисквита таких. Я их так пробую, они такие суховатые. Я говорю, не, дайте мне, пожалуйста, с той коробки, которую я вам показала. Она ее распечатала, и это прям мягусики. Намазочки, сырок плавленый. Сосиски с маслом, очень вкусные, девочки. Кто не пробовал, ну, кто любит сосиски, попробуйте. И взяла вот такой вот зельц. Что-то мне не нравится вот тут в разрезе уже. Надо было новый, наверное, просить. Или нормальный. Ну, в общем, вот такой вот язык с языка. Вот. Богодуховский. Вот эту часть надо будет подсрезать. Тут розовее, да, тут такая уже обветренная. Ладно, все, больше ничего. София хотя моцарелки привезут завтра. Я так делаю, что я сейчас с кем выпью, а я не
не было. Давай есть. А я походила в этой своей курточке, ну не курточка, она как рубашка, кардиган. Очень теплая, кстати, я вообще не замерзла. Мы еще на площадке погуляли с Камилочкой. Микусечку, да, выгуляли? Давай всё. Сосиски есть. Не, давай пюре быстро сварю. Ну, ты-то долго. Не, не долго. Я сейчас сварю пюрешечку и поеду.